Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Виктор. Я представляю автосалон Lada Sokol Motors в Рассвете. И сегодня я хочу представить вашему вниманию полноприводный, легендарный и обновленный внедорожник Нива Легенда. Первая серийная Нива собрана 5 апреля 1977 года. А с 1978 года начались поставки Нивы на экспорт. Автомобиль, который знают и любят во всем мире. После рестайлинга 2021 года Нива получила название «Легенд». Вместе с новой передней панелью, улучшенной шумоизоляцией, передние сиденья с новой конструкцией складывания и ярко выжженной боковой поддержкой, цельноформованная панель крыши, новую подсветку салона и многое другое. Органично вписалась в образ реактивная антенна, расположенная на передней части крыши. Как и улучшенные боковые зеркала, которые повысили комфорт и обзор водителя. Не остались без изменения и технические характеристики, такие как новые ступицы, карданы, передние и задние фонари, новые бампера с противотуманными фарами, Веси Урбан. Автомобиль стал выглядеть привлекательно и современно, при том, что геометрическая проходимость осталась прежней. Полный привод и отличный дорожный просвет в 200 мм, либо 240 мм в версии Бронто. Фирменные двухцветные диски и штатные шины Pirelli Scorpion создают отличное сцепление в любых дорожных условиях. Поэтому Нива Легенд и дает возможность свободно передвигаться как по бездорожью, так и по асфальту. Объем багажного отделения трехдверной версии автомобиля 265 литров, а со сложенными сиденьями задними 585 литров. Хочу напомнить о действии государственной программы, которая позволит вам приобрести этот или другой автомобиль со скидкой в 20% от его стоимости. Но поспешите, потому что данная программа не вечна и может закончиться в любой момент. Но если вы не успеете воспользоваться данной программой, у нас вы можете всегда менять свой старый автомобиль в обмен на новый и получить от нашей фирмы дополнительную скидку по программе Trade-in.